В своем послании глава государства Касым-Жомарт Токаев особое внимание уделил системной поддержке предпринимательства. Оказывать финансовую помощь государство будет конкурентоспособным малым и средним предприятиям. Предложенные инициативы президента активно поддерживают казахстанцы. По словам Нины Пискуновой, сегодня именно эта отрасль нуждается в господдержке. Хотелось бы, конечно, развести хозяйство, чтобы поднять детей, вырастить их, чтобы им дать образование, то, что дети уже как бы подрастают, их у меня четверо, я как бы многодетная, ну, спасибо большое нашему президенту, что он тоже нам бы, как бы, ну, для такого возраста тоже как бы дает возможность, чтобы мы могли расти. Вести бизнес без доступа к земельным ресурсам невозможно. Земля – это базовый фактор производства. Касым-Жомарт Токаев предложил местным исполнительным органам провести оценку наличия незанятых или неиспользуемых по назначению земель. Это понравилось Дуйсенбаю Кусманулы. Такое новшество позволит поэтапно увеличить конкурентоспособность сферы предпринимательства. Мне очень понравилось, что президент в своем послании уделил внимание предпринимателям. Сегодня для развития своего дела в первую очередь необходима земля. У нас есть очень много неиспользуемых территорий, и если их дадут нам, то это было бы очень хорошо. Мы сможем развивать свое дело на селе, заниматься разведением животноводства. Всего в Казалжарском районе свое дело открыли порядка 2000 человек. Алеша Рашимов, Казбек Арыкбаев, МТРК.